Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. У нас сегодня в видеообзоре популярный набор от компании King STD KSD-094, состоящий из 94 предметов. Поставляется набор в картоновой упаковке. Как вы видите, King STD, Автотулс, KSD-094. King STD — это компания из Тайваня, выпускает полупрофессиональный инструмент. Так, комплектация. Две трещотки на 24 зуба, разборные, то есть можно разбирать и менять части внутри, которые износились. Надпись King STD и CRB, то есть хром, ванадиевая сталь, материал изготовления. Рукоятка комбинированная, по бокам резиновые накладки. Здесь у нас пластик черного цвета. И трещотка под квадрат 1,4. Также 24 зуба, есть быстрый сброс и реверс присутствует. Отверточная рукоятка. Под нее в наборе идут биты, спрессованные в головку. Ставили нужную биту. Биты присутствуют шестигранные, крестовые, шлицевые и биты торкс есть. Также биты для использования с квадратом 1,2. Под них предусмотрен вот такой переходник в комплекте. Сейчас. Вот он, переходник. Сюда вставляете нужную биту, переходник, и можете использовать с квадратом 1,2. Трещотка или вороток. Так, далее гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Два удлинителя под квадрат 1,4, 50 и 100 мм. Два удлинителя под квадрат 1,2, 250 и 125 мм. Удлинитель 250 мм. Есть вот такой переходник. И можно использовать как Т-образный вороток с плавающей головкой. Два кардана, 1/4 и 1/2. Скреплены они штифтами металлическими. Вороток под 1/4, Т-образный. Так, далее, две свечные головки 16 и 21 мм. Так, по комплектации. В наборе идет рабочий профиль шестигранный, 31 головка короткая, 6 граней. Это инструмент матовый. Здесь вы видите хром ванадий указано и размер 32 мм. 32 мм — это самая большая, самая маленькая на 4 мм. Головок с профилем торкс в наборах на 94 предмета нет. Только шестигранные головки. Так, длинные головки. Длинных головок здесь 12 штук. Тоже шестигранный профиль, самая маленькая 6 мм. Самая большая на 19 мм. И набор Г-образных ключей. 3 штуки. Вес набора где-то 6,5 кг. Вес головки на 32 мм 206 грамм. Материал изготовления хром ванадий. Данный набор является полупрофессиональным, поэтому его рекомендуется использовать для личного использования, то есть для ремонта и обслуживания автомобиля. Поставляется в пластиковом кейсе. Кейс состоит из двух частей, скреплен металлическим таким вот штифтом. Сейчас я вам покажу сам кейс.
запирание на металлические защелки. Вот. Легко открывается, легко закрывается. Здесь пластиковые накладки, вот такой хромированный под хром сделан, но это пластик. Сам кейс тоже из пластика, черного цвета. Логотип KingSTD AutoTools. И вот такой рифленый он. Пластик средней жесткости. То есть не жесткий и не мягкий, не проваливается. Амортизирует. Рекомендуем покупки, так как набор имеет положительные отзывы. И если кому нужен недорогой качественный инструмент, обратите свое внимание на наборы KingSTD. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.